Всем привет! У нас сегодня очередная лекция на тему совместной разработки на питоне. И сегодня будет... я попытаюсь впихнуть сразу две большие темы. Вот. Напоминаю, что в принципе у нас курс устроен так, в нем много самостоятельного исследования. То есть мы как бы на лекциях намечаем такие вектора, и эти самые вектора подлежат самостоятельному рассмотрению. Вот. Почти каждая тема, которую мы касаемся на одной лекции вот этого курса, на нее можно целый спецкурс прочесть. Вот. В частности, про событийное программирование и ПГИ можно прочесть целый спецкурс. Вот. Ну и про ГИТ на самом деле тоже. Вот. Но поскольку наша задача за семестр немножко наловчиться работать в ГИТе конкретно и еще наловчиться работать с АТК-интером, то, видимо, на каждой лекции будет немножко рассказа про ГИТ и АТК-интер. Вот. Но сегодня про АТК-интер не будет, потому что сегодня ПГИ. Вот. Но прежде чем мы перейдем к ПГИМу, давайте немножко поговорим о том, как устроен ГИТ изнутри, про его кишочки. Не совсем досконально, потому что там большой объем разговора, который можем вести. Но чтобы мы понимали вообще, что такое ГИТ как система хранения и как репозиторий. Вот. Значит, давайте мы какой-нибудь создадим вообще тестовый репозиторий, какой-то репозиторий. Да? Вот мы делаем git init и получаем довольно развесистую структуру. Правда, эта развесистая структура, как видите, состоит в основном из примеров того, как можно делать хуки к гиту. Про хуки у нас, наверное, не будет в этом семестре. Ну, или, может быть, я успею, посмотрим. Да? Вот. Из каталогов tags, heads, exclude, description, это каталоги. Вот. Ну и по умолчанию конфигурационного файла, который выглядит примерно так. А вот. Ничего интересного здесь пока что в конфигурационном файле нету. Вот. Просто некий набор. Давайте посмотрим, что происходит с этим вот каталогом, в котором, как мы уже говорили, хранится весь репозиторий, да, локальная копия репозитория, локальный репозиторий всегда полный. Вот. Когда мы там что-то делаем, ну давайте вот, как обычно, что мы сделаем? Календарь. Вот. Смотрим, видим, что у нас есть новый недобавленный файл. Добавляем его. И там что-то типа... Вот. Значит, обратите внимание на то, что у нас вроде бы в репозитории появился один объект. Это наш файл под названием календарь. В действительности их появилось как минимум три. У меня есть такое подозрение. Сейчас покажу. Вот они. Ну, собственно... Вот они. Вот это место git objects, это, собственно, хранилище объектов. Надо сказать, что мы с вами будем смотреть только хранилище объектов распакованных. Но когда репозиторий большой или когда вы вручную вызываете repack, да, те объекты, которые не подлежат никаким рабочим копиям, успешно архивируются и упаковываются в некоторый такой большой, большой склад, который лежит в пэке. Вот. Значит, что это за три объекта? Почему их три? Почему их не один? Потому что объект с файлом у нас один. Обратите внимание на то, как они называются. Это, очевидно, какой-то хэш, да? Причем, раскрою секрет, это довольно традиционная схема. Вот это начало этого хэша, а это продолжение этого хэша. То есть у нас в репозитории будет лежать объект с хэшом 41.09.E8, бла-бла-бла-бла-бла, объект с хэшом AF40 и объект с хэшом C5, E9, ну, короче, вот.
Если мы скажем gitlog, мы внезапно обнаружим, что объект с хэшом c5e9 тролливали, вот этот, это наш commit. Commit. Давайте мы сделаем вот так вот. Объект с хэшом af40f8d чего-то там. И это, собственно, наш файл. Вот он. af40f8d чего-то там. Ну и, наконец, что такое объект с хэшом 09e8 тролливали, мы пока не знаем. В действительности они уже немножко упакованы, то есть они злибом сжаты. Вот, мы их можем посмотреть либо питоном. Сейчас я... Во. Мы можем посмотреть их питоном. Смотрите, берем злиб, читаем из сиса байтовый поток, потому что он байтовый. Дальше злибом его распаковываем. И дальше декодим его в этот самый. Да. Вот так примерно на питоне это делается. Git. Что там? Objects. Мы какой смотрели? AF. AF. О! Обратите внимание на то, что вот он наш объект. Но он не вид. Это не только он. Это, значит, вот эта штука, она специального вида. У него в начале еще написана вот такая вот фигня. Blob 189. Давайте посмотрим, как это выглядит в десятичном виде. Вот. То есть. Видите, байтик 0. То есть, вообще говорят, не текстовый файл. Даже несмотря на то, что файл, который мы положили, он текстовый, объект, который лежит в репозитории, он вот такого сорта. Значит, это его хэш-сумма. Вот, у него в начале заголовок с надписью, что это объект типа blob. Да, 189, боюсь соврать, это его размер в байтах. Вот. Дальше заголовок заканчивается, ну и вот. Значит, вместо вот этой сложной команды можно сделать еще вот так вот. Open SSL zlib -d. Вот эту вот всю фигню. Вот. Эта команда лучше тем, что там не будет вот таких преобразований из байта в Unicode. Вот. Это будет чисто то, что у нас... чисто то, что у нас лежит в этом файле, прямо один в один. Вот этот объект, AF40, да, как нам подтверждает gitlog -p, а можно еще сказать минус-минус full, full кто? Full индекс. Ну вот, вот его, этого объекта хэш, и вот он как раз и есть, лежит вот здесь. Что представляют собой два других объекта? Ну давайте для начала посмотрим на commit. Commit у нас был, если не ошибаюсь, C5. Вот. Ну, во-первых, увидим, что он устроен таким же точно образом. Тип под названием commit. 229 размер. Нулевой байт. На этом заканчивается заголовок. А дальше идет довольно интересное, сведение. Дальше мы говорим 3, то есть дерево. И это новый для нас объект какой-то. С хэшом 41 трали-вали-вали-вали-вали-вали, кошки-драли. Кстати сказать, есть сильное подозрение, что это и есть наш третий объект в нашем репозитории. Давайте посмотрим, где-то тут было. Да, да, это он. То есть третий объект – это вот загадочное дерево, про которое мы сейчас поговорим. Дерево с вот таким хэшом. Причем это уже начало текстового файла. Ну и дальше автор... Трали-вали, короче говоря, наш commit message. Давайте посмотрим, да. Ну вот он. Номер коммита, да. Значит, единственное, что мне дерево не показывается, но может быть. Непонятно, почему мне не показывается дерево. Ну, да не важно. Важно то, что в начале, может быть, чтобы меня не путать. В начале коммита еще записано, какому дереву он принадлежит.
Вот. И это третий объект под названием дерево. И тут у нас начинаются приключения, потому что дерево на самом деле никакое не дерево. То есть, ну что мы с вами представляем, когда думаем про дерево, да? Какой-то, значит, корень, дальше, значит, ветки, какие-то ответвления, вот это все. Дерево в ГИТе называется на самом деле не корень, не ветки, не ответвления, ничего подобного, а срез рабочей копии репозитория на определенное состояние, то есть соответствующий коммит. Вот мы поработали, закоммитили и получили некоторые файлы в некоторых местах. Так вот, набор этих файлов и есть это самое дерево. Давайте посмотрим на это дерево. Тоже он будет в достаточной степени бинарненький. Оно в достаточной степени бинарненькое будет. 41. Вот. Вот видите. Но разглядеть классический заголовок 3 размер дерева, нулевой байтик, заголовок закончился, а дальше права доступа к файлу rvrr и название файла. А дальше какая-то чушь, но среди этой чуши мы внезапно обнаруживаем, что это вам ничего не напоминает AF40, F8. Да это же кто? Идентификатор нашего объекта. То есть в дереве указывается список файлов, как они называются и какому объекту в хранилище они соответствуют. Да? То есть дерево 4109 бла-бла-бла-бла-бла состоит из одного объекта календарь, файла календарь с правами доступа такими и контентом, соответствующим вот этому объекту в репозитории, который у нас в репозитории, прошу заметить, есть. Да? Вот. И это, собственно, файл календарь. Таким образом, если мы сейчас добавим еще один файл, например, в дерево или еще что-то сделаем, мы увидим, как это все работает. Давайте это сделаем. Ну, во-первых, давайте сделаем вот так вот, изменим файл календарь, ну, еще что-нибудь добавим, какой-то текст. Да, вот. Значит, modified календарь и untracked uname. Все добавили. Git commit минус A. Минус A не обязательно. Минус M. Минус A надо было, если бы мы коммитили только то, что поменяли, но не добавили. Вот. Ну, скажем, логично ожидать, что после этого коммита у нас появится в репозитории еще один файл, еще одно дерево, еще один коммит и еще один файл, потому что это новое состояние нашего файла календарь. Давайте проверять этот вопрос. Да. Плюс 4 объекта. Что это за 4 объекта? Новое состояние файла календарь. Новый объект. Файл name, новый объект. Commit, который соответствует вот этому изменению. И дерево, которое сформировалось в результате этого коммита. И вот, вот смотрим. Вот у нас gitlog -p показывает, что файл календарь превратился из файла AF40F8D. Помните такой хэш? В объект с хэшом F7FD0080. А файл name превратился из ничего, потому что это добавление, да, это new файл. Файл с индексом 27F0E, с хэшом таким-то. Вот что произошло за этот коммит. Вот этот хэш коммита, ну и, соответственно, там где-то будет хэш дерева. Давайте все это посмотрим. Ну, давайте начнем с... давайте так вот сделаем. Минус, но, минус, минус... но пейджер. Во. Значит, давайте начнем с файла календарь. Да, F7FD. F7FD.
Ну, может даже не хиггсдампить его. F7, FD. Ну вот он. Это новый файл-календарь. Обратите внимание, старый файл никуда не делся. То есть мы храним вообще все, что было в нашей истории. Вот, а это новый. Так, ну, что мы еще посмотрим? Давайте посмотрим uname ради приличия. Это какой? 27F0. Да? Это uname. Вот. А теперь давайте посмотрим commit. Commit 21C1. Что у нас в коммите лежит? В коммите у нас лежит, что он соответствует дереву что-то там, что у этого коммита в истории есть предыдущий наследником этого коммита. Этот коммит является наследником коммита C5 E9, то есть того, который мы с вами сделали в прошлый раз. Да? Вот этого коммита он является наследником. В истории он перед ним. Вот. Ну и, собственно, все. То есть, когда мы что-то коммитим, мы говорим, что вот, ребята, коммит этот, это когда вот это дерево применяется к результатам вот этого коммита. То есть, вот этот набор файлов подкладывается на место того набора файлов, к которому привел предыдущий коммит. Обратите внимание, что здесь нету ситуации, какое дерево превращается в какое дерево, потому что коммиты могут применяться к разным деревьям с разной степенью успешности. Вот. И наша история выглядит так, да? Что-то было, на что указывает вот этот коммит, к этому чему-то, на что указывает вот этот коммит, и там было дерево соответствующее. Было применено некоторые изменения, которые привело к появлению нового дерева. Напоминаю, что дерево — это просто срез репозитория. Вот это коммит. Давайте посмотрим, из чего состоит дерево. Ну, мы, кажется, уже представляем себе, из чего оно может состоять. Там должно быть два файла. Ну, вот они, эти два файла. Давайте похиксдампим. Да? Вот они, два файла. Первый файл — это календарь. Второй файл — это uname. В нашем срезе, в текущем дереве, хэш календаря, вот он. F7FD, тот самый, вот этот, где он там? Вот он, F7FD, да? Хэш uname, вот он, 27F0, мы тоже его смотрели, да? Вот он. Ну и, собственно, все. Права доступа к ним в явном виде указаны. Здесь и здесь. Вообще говоря, это все. Андрей не список, а ориентированный граф, потому что мы можем делать ответвление от этой разработки и слияние этих разработок. Совершенно правильное замечание. Если у вас репозиторий из одной ветки, то он представляет собой обратно односторонний связанный список. Если у вас идут ветки репозитория, то это орграф. Вот. Из того, что мы с вами говорили, следует понимать, что Git хранит вообще все. Все объекты, которые когда-либо существовали в истории. Все наборы таких объектов, то бишь деревья, которые когда-либо объявлялись текущим состоянием репозитория. И как с помощью все коммиты с коммит-месседжами, которые описывали, как из одного дерева появлялось другое. Вот. Теперь касаемо, собственно, веток. Спасибо, Андрей, за комментарий про связанный список. Значит, грубо говоря, ветка — это возможность вести несколько одновременных разработок на базе одного и того же, на базе одной и той же истории, вести несколько разных историй. Собственно, ветка — это именованный путь в графе истории изменений. То есть мы работаем, 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 потом говорим fork, точнее branch, и можно параллельно работать в двух местах с общей историей. Вот, потом можно слить. Ну, как это сделаем? Ну, сделаем так. Вот у нас есть git log какой-то, да, вот мы сейчас сделаем git checkout минус b new. И теперь у нас, как видите,
Так, давайте вот что сделаем. Чтобы он нам не мешал. Вот. Значит, что я сделал? Я запретил просмотр истории гита через пейджер, чтобы лишний раз... Значит, мне задают вопрос, что если два коммита разные, но у них некоторый файл одинаковый. Одинаковые файлы — это одинаковые файлы. Они ссылаются на один и тот же блок. То есть, если файл одинаковый, окей, значит, коммит его не затронул вообще. Да, совершенно справедливо. То есть, если хэш одинаковый, то просто считается... То есть, если файлы с разным названием, но одинаковым хэшом, то считается, что это операция переименования. Вот. Это замечание от Руро. Да, совершенно справедливо. Так что в любом случае, если внезапно образовался одинаковый файл, то он будет соответствовать одинаковому объекту. Ну уж такого размера хэш ложных срабатываний, ну как бы, больше шансов, что ваш компьютер выползет из-под стола, чем что произойдет ложное срабатывание на таком хэше. Вот. Он будет просто переиспользован, совершенно справедливо, а если имя другое, будет... переименование. Ну вот, значит, вот у нас две ветки. В данный момент они совершенно одинаковые. Никто не знает, что это ветка. Видите, как было сказано в определении, ветка — это просто именованный путь, а имя ветки указывает на ее последний коммит. В данном случае обе ветки упираются в один и тот же последний коммит, поэтому никаких веток нет. Из чего следует, что ветки — это не ветки. В гите деревья — это не деревья, а ветки — это не ветки. Вот. Потому что, как видите, ничего ветвистого пока не видно. Просто это некоторый именованный путь разработки. Давайте мы сделаем ветвистость. Ну, как мы сделаем ветвистость? Мы сделаем, ну, например... Ну, что бы такое сделать? Ху. Да, о, отлично. Это был commit через 2m. Вот. У нас история удлинилась. И еще давайте удлиним для наглядности. Вот добавили в файл uname еще себя. Да? Git commit -m. Да блин, все время пишу commit через 1m. Вот у нас, обратите внимание, в нашей истории два коммита появилось. Да? Я использую вот такой инструмент, который называется QGIT, вот, для того, чтобы просматривать как картинку. Причем он настроенный. Сейчас покажу, в чем он настроенный. Select range. Вот здесь вот я включил all branches, чтобы и whole history, чтобы он показывал вообще все. Вот. Обратите внимание, что все еще ничего ветвистого. Вот наш путь разработки под названием мастер. Он закончился на втором коммите. А вот непосредственно растущий из него путь разработки под названием new. Да? Мы теперь знаем, что коммит ссылается на предыдущий коммит. Соответственно, коммит who added ссылается на коммит two files 3. Да? Коммит update uname ссылается на коммит who added. Ничего ветвистого. Вот тут задают вопрос, может быть, 3 называется деревом, потому что это дерево файлов? Вот это, наверное, верно. То есть, понятное дело, что если мы создадим поддиректории и создадим некоторое дерево файлов, то вот весь этот снимок и будет называться тем, что называется 3. Да? То есть, вот такого вот сорта. Вот. Имеется в виду 3, когда, ну, вот такое 3. Может быть, вы правы, Руро, что речь идет не о дереве разработки, а о дереве файлов в текущей рабочей копии. Да, то есть, если мы создадим еще какой-нибудь подкаталог, то он будет там лежать. Хорошо, может быть. Значит, как видите, пока что никаких веток, никакой ветвистости в истории не наблюдается. Но сейчас мы ее организуем. Для этого мы переключимся обратно в ветку мастер. Вот.
и сделаем немножко разработки на ней. Ну вот, ну не знаю. Образовался какой-то файл-лист. Как, вот, то самое, да, работа утилиты 3, отлично. И еще что-нибудь сделаем, какое-нибудь исправление к чему? К календарю, да? Ну вот, исправление к календарю поправили, значит, да? Commit. Ой, там был date, а не call. Ну, неважно, какая разница. Да елки-палки, почему я commit через один name пишу? Вот. Вот у нас получилось, и вот теперь мы можем внезапно наблюдать ветвистость нашей разработки. Вот эта ветка мастер. Путь разработки под названием мастер. Вот у него commit, вот еще commit и вот еще commit. А вот это путь разработки под названием new. Вот у него commit, вот commit и вот commit. Вот этот commit квадратненький, общий для этих двух веток. Упорядочены они здесь по дате. Вот, видите, по дате, по времени коммита. И вот вам, пожалуйста, вполне ветвистая штука, которая, значит, управляет разработкой. Вот. Ну, что тут еще можно рассказать? У меня тут еще head, ну, давайте, да, значит, git div пустой. Помните, что git div это утилита, которая сравнивает два коммита. Да? Мы можем сравнить с предыдущим коммитом. И он... не два коммита. Git div просто сравнивает рабочую копию с последним коммитом. Здесь у нас git div с чем-то связывает с предпоследним коммитом. Это предпредпоследний коммит. Ну, вы поняли. Да? Head, ну понятно. Значит, это относительно head. Теперь смотрите, как у нас изменился репозиторий. Ну, во-первых, объектов стало существенно больше, я даже не буду в них заглядывать. Вы верите мне, что все происходит так же, как и раньше. Вот. Во-вторых, у нас обновилась штука под названием Refs, Heads. Вот. Обратите внимание, что теперь в каталоге Refs Heads есть два файла, Heads и Master. Кстати, они оба вполне себе... Давайте не так сделаем. Вот так вот сделаем. Вот. Они просто указывают, помните, что здесь написано? Ветка, именованный путь в графе истории изменений, указывающий на конец этой самой истории. Вот это последний коммит head для мастера, а вот это head для ветки new. 7.5b6. Видите? Вот. Значит, появились хеды. Вот. А что там еще есть? Таги мы сегодня не проходили. Ну, собственно, в этом главное отличие. Вот зачем нужен каталог branches, я не знаю, то там ничего нету. Там ничего нету в нем сейчас. Вот. А вот рефы обновились. У нас идет два процесса разработки, две ветки. У каждой есть свой собственный head. Вот этот head и вот этот head. Довольно удобно. Теперь мы приходим к тому, что в какой-то момент эти ветки надо сливать друг с другом. Мы поработали. Допустим, у нас есть мастер-ветка и ветка для разработки фичи. Мы эту фичу реализовали, оттестили, ее пора мержить в основной бранч. В основном бранче, в основной ветке, уже в это время шла разработка или там допиливание, или фикс, или что-то такое. Вот, поэтому к тому моменту, когда мы ее будем мержить, да, вот эту новую фичу,
в основной ветке уже что-то наработали. Нам нужно вот эти все изменения всосать вот сюда. Это можно сделать двумя способами. Способ первый называется мерж, то бишь слияние, объединение веток. Вот. И выглядит это примерно так. И дальше мы говорим, какой последний коммит мы хотим помержить в нашу историю. При этом, когда мы говорим, какой последний коммит мы хотим помержить в нашу историю, мержится все, что происходило до общего предка. То есть в данном случае, если я помержусь с вот этим коммитом, который называется new, или там коммит ID у него 75B6, это не важно, то в основную историю мастера должны приехать еще два коммита whoadded и updateName. Давайте это проверим. Я это делаю с некоторой опаской, потому что, возможно, они не помержатся. Но они помержились. Что при этом произошло? Произошел хитрый волшебный мерж гита, который определил, что те состояния, те три, те деревья, которые происходили в ветке разработки new, отлично накладываются на разработку мастер, никому не мешают. Я это сделал специально, потому что там была модификация, не очень страшно. Обратите внимание на то, как теперь выглядит история. История теперь содержит все коммиты, которые были в ветке new и в ветке master, и еще до кучи merge commit. Давайте посмотрим, как это выглядит в виде графа. О! Ветка new никуда не делась, вот она. А вот в ветке мастер случился так называемый мерж коммит. Мерж коммит — это декларация о том, что у нас история из двух потоков превращается в один. Вот. И в этом мерж коммите он оказался очень безболезненный. Искусственный интеллект определил, что никакой интерференции между коммитами не происходило. Вот. И поэтому по алгоритму recursive он нам теперь создал вот такую историю, в которой есть все изменения, причем они упорядочены по времени, все изменения, которые есть, плюс отдельный мерж-коммит, который знаменует слияние двух веток. Эта история мерж-коммит, то есть идентификатор слияния, нужен только в том случае, когда мы сливаем две параллельные разработки, в каждой из которых есть какие-то свои коммиты. Если, допустим, мы сейчас возьмем, ну, давайте для красоты сделаем так, вот для красоты отпустим еще одну, да? Сделаем новую ветку, ну скажем, newest. Вот она. И теперь, допустим, сделаем что мы при этом имеем? Мы имеем, ну, ветка new у нас осталась в прошлом, мы имеем ветку master и ветку newest, которая приезжает ветку master на один коммит, при этом не имея ничего параллельного. Видите, у нас уже сейчас нету в картинке нету раскраски, что она ответвилась. Поэтому, если мы сейчас помержим master с newest, мы просто переставим оба лейбла вперед и никаких межкоммитов не будет. Смотрите. Вот. Обратите внимание, что стратегия выбрана fast forward, то есть одна из веток является прямой наследницей второй, поэтому никаких проблем с этим нету, и в результате мы получаем вот такую картинку, видите? И это второй вырожденный случай.
То есть это вырожденный случай, когда у нас прямая наследование. Наконец, есть третий вырожденный случай, то есть третий не вырожденный, а третий случай мержа, когда у нас во время мержа возникает интерференция между комитами. То есть изменения, которые происходили над файлами для получения соответствующих деревьев, да, соответствующих срезов, в одной ветке разработки и в другой были настолько разными, что их нельзя применить одну поверх другой. Это место мы сегодня не рассматриваем, хотя оно самое частое, вот, потому что оно требует владения навыком чтения разных страшных дифов из трех файлов, вот, и про это будет отдельный кусочек на другой лекции. Вот, но имейте в виду, что ситуации три. Прямое наследование – это fast-forward, значит, удачное, не интерферирующее коммиты – это рекурсивное слияние, вот, и интерферирующие коммиты – ручной мерж. Вот, тогда в мерж-коммите будет еще и запись о том, что вы по отношению к тем коммитам перехакали, когда мержились. Вот. И это не сегодня. Другой вариант, и на этом, пожалуй, надо по-быстренькому закончить сегодняшний разговор про гид, потому что у нас еще ПГИМ. Другой вариант слияния переписывания истории – это ребейс. Вот. Ребейс проще всего… Сейчас мы давайте новый сделаем. Давайте сделаем новый. Да ладно. Так. Вот. И давайте мы немножко над ним покочевряжемся. Вот у нас есть файл календарь. Давайте еще сделаем name. Что-нибудь вот такое сделаем. Вот. Да, значит, что еще сделаем? Давайте добьем наш календарь чем-нибудь. Ну, скажем, минус Санди, чтобы он с воскресенья начинался. Вот. И что еще? Ну, какой-нибудь четвертый сделаем путь. И на этом закончим. Гид. Ну, что сделать? Ну, допустим, хуй май, да? Ху. Вот. Ну вот, значит, вот мы создали некоторую историю. Сейчас мы будем заниматься страшной вещью. Мы будем переписывать историю коммита. Это страшная вещь в случае, если эта история уже опубликована, потому что все люди, которые когда-либо с этой историей мержились, они окажутся в состоянии, что вы как бы из-под них выдернули коврик и переписали то, на чем они работают. Поэтому для опубликованной разработкой ребейс это, в общем, плохая штука. Вот. Но поскольку мы сейчас работаем только с локальным репозиторием, то ребейс никому не страшен. Вот. Потому что мы, собственно, именно про это говорилось на прошлой лекции, что пока мы не опубликовали историю, мы можем ее вычищать, дорабатывать, фиксить, править, короче говоря, убеждаться в том, что история хорошая, годная, и только после этого ее публиковать всю целиком. Ну, вернее, тот отрезок, который отличает проделанную нами работу от уже опубликованной. В частности, мы можем что сделать? Мы можем, например, взять и исправить коммит сообщение. Например, в нашей полисе написано, что надо делать не append, а отписать. Господи, ну написано так.
Что мы говорим? Мы говорим git rebase. Дальше мы говорим тот commit ID, который следует до нашего, начиная с этого. И говорим минус i, минус-минус interactive. Ну, давайте здесь напишем минус-минус interactive. Вот. Что при этом произойдет? При этом нам будут взяты раз-два коммита. Вот они. Запустится некоторый редактор, по умолчанию Vim. Сейчас расскажу, что с ним делать. Этот по умолчанию Vim вам скажет: смотрите, вы сейчас ребейзите, переписывайте историю на двух коммитах. Вот что вы хотите с ними сделать. Есть много разных действий, которые вы хотите сделать, когда переписываете историю. Помержить, выбросить коммит просто, чтобы его не было в истории, как никогда не было, да? Остановиться, поредактировать, закоммитить. Что еще? Слить данный коммит с предыдущим, потому что на самом деле это к нему поправочка. Вот этим мы будем заниматься через некоторое время. И просто переписать коммит-месседж. Вот мы сейчас займемся просто переписыванием commit-месседжа, потому что вы помните, что правила игры были такие, что слово append надо заменить на слово add. Но не здесь, да? И это всего лишь управляющий файл для аменда, для этого самого ребейза. Вот. Это всего лишь управляющий файл для ребейза, и мы здесь должны сказать команду fixup. Ну или просто f. А, нет, не здесь. Здесь мы должны сказать команду reward, извините. Вот. Ну или просто r. Который будет означать, что коммиты будут переприменены. И для данного коммита, который раньше был 27ddbb5, будет запущен редактор, чтобы отредактировать commit-message. Сразу скажу, предупрежу, что оба этих коммита поменяют свой commit ID, даже вот этот второй. Это будет другой коммит с другим commit ID. И история разъедется. Другое дело, что поскольку мы переписываем линейную историю, то никакого разъезда истории явно не произойдет. Ну, давайте сейчас это сделаем. Вот, значит, он говорит... Что он говорит? Он говорит, что вы занимаетесь Interactive Rebase, что вы взяли вот этот коммит, который 27ddbb5. Теперь на этот коммит будет называться по-другому. d5c5fb. Вот. И вы выбрали reward, то есть вот здесь надо написать add, да. Ой. Вот. Второй коммит, который там был, он остался неизменным, но у него поменялся commit ID, потому что все дерево поменялось. Не дерево, потому что поменялся хэш-сумма. Ну, короче, содержимое коммита поменялось, значит, commit ID поменялся. Смотрите. Вот видите, здесь был commit 03, 03646, здесь был 27dd, а здесь d5c5. Здесь d5c5 остался, потому что в этом месте мы не меняли ничего, до ребейзили. А вот этот мы поменяли, потому что переписали сообщение, и оба commit ID теперь новые. Мы переписали историю, поздравляю. Слава богу, она не была опубликована. Вот это переписывание линейной истории. Вот, если вам не нравится... Отлично. Если вам не нравится редактор Vim, и вы хотите отредактировать своим любимым редактором, вы делаете вот так вот. Editor равняется, ну скажем, evim, ваш любимый редактор. Дальше делаете git rebase. Вот. Чё? Нет? 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 Не работает. MC-edit-то заработает. О, отлично. Вот, вот, пожалуйста, я запустил другой редактор для того, чтобы все то же самое делать. Вот. Вот. Successful rebased. Вот. Но я тут ничего не поменял, поэтому ничего не изменилось. И это как переписывать историю линейную. Кстати сказать, линейную историю можно переписывать самый последний коммит. Вообще безо всякого ребейза. Вы просто удаляете один коммит, делаете другой, и делается это так. Git commit минус a минус минус amend. Вот. И он вам берет самый последний коммит и заново его переприменяет, а вы можете здесь сделать какие-нибудь правки. Вот, пожалуйста,
перекоммитили последний коммит, он теперь поменял, естественно, коммит ID. Вот. Ну, в общем, вот. Последнее, о чем я хочу рассказать на сегодня, это как переписывать историю нескольких веток. Смотрите. Если вы посмотрите MongoDB Rebase, то вы на самом деле увидите вот такую красивую картинку. Вот. Эта картинка, мне кажется, объясняет вообще все. Да. Спасибо Python Prog, который говорит, что мы можем... Сейчас, давайте попробуем. Нет, так не работает. Так не работает. А как работает? Может быть, вот так? Да, вот так работает. Спасибо Python Prog, который советует переопределять редактор прямо в git-config. git-config минус-минус global, чтобы это было не в рамках одного репозитория, а во всех репозиториях. core.editor. Ну и какой-нибудь тот редактор, который вы хотите запускать. Ну, скажем, вот я вот люблю все равно vim. Да, вот vim-f. Обратите внимание на ключик -f. Почему, собственно, у меня не gvim, не evim не заработал? Потому что к моменту его запуска файл уже удалился. Он запустился в бэкграунде, а нужен foreground запуск. Ну, вот, вот так будет работать. И теперь, смотрите. Че? Invalid unit? Что не так? А, господи. Core Delta Base Cache Limit. Че я несу? Извините, я тороплюсь. Естественно, я тормоз, а вовсе не медведь. Core Editor. Вот. О! У нас запускается gvim в качестве внешнего редактора. Окей. Значит, переклеивание веток. Итак, если читать Git Rebase, на самом деле есть прекрасная совершенно картинка, которая сразу все, поясняет. Вот. Вот она. Фактически такая прививка ветки поверх ветки. Вот. Да? Мы берем ветку топик. Ветку мастер, точнее, и поверх нее прививаем ветку топик. Да? Мастер DEFG. И мы делаем вид, как если бы вот эти все изменения были проделаны прямо поверх мастера. Переписываем историю. То есть ветка топик при этом, в общем, теряет свой смысл. Точнее, не так. Head этого топика, конец разработки топик, будет указывать не вот сюда, а на совершенно новые коммиты, которые будут сформированы по образу и подобию старых, как если бы они происходили поверх ветки мастер, то есть поверх коммита G, вот, ну или дерева G, да, а не поверх дерева E. Перепривить историю. Вот в этом смысле, в этом основная работа Rebase. Вот. Давайте это сделаем и на этом закончим разговор. Значит, вот у нас есть веточка. Давайте мы возьмем checkout минус b, ну, традиционно new, и допустим вот отсюда ее, или отсюда, вот отсюда. Что мы сделали? Мы ответвили ветку new, на самом деле, от старого какого-то, вот от этого, коммита, вот, ну, чтобы сейчас по-быстрому сделать парочку изменений здесь, да, git, нет, не git, ну, что там, а, ну, 3, да, или ls, просто ls.
что при этом произошло? Мы начали новую ветку разработки. Вот она. Вот это наш мастер, а вот это файл лист. Ну, давайте еще что-нибудь добавим. Ну, допустим, к чему там правили в мастере? Мы правили... Календарь мы правили. А вот уней мы не правили. Окей, вот сейчас мы уней мы поправим. Отлично. Фортунка у меня не стоит, жалко. Ну хорошо. Не знаю, ну что можно сделать? Уname, да? Во! Жесть! О! Вот у нас две ветки разработки, New и Master. Сейчас мы что будем делать? Сейчас мы будем перепрививать ветку new поверх ветки master. Как если бы в ветке new происходило что-то, что будет работа, которая была проделана после работы над мастером, а не параллельно с ним. Да? Значит, мы должны сделать еще раз. Get rebase. Мы говорим, мы находимся на топике и прерываем топик поверх мастера. Мы говорим поребейзиться на мастер, наш топик. Да? Мы находимся на топике и говорим поребейзиться на мастер. Git rebase, мастер, шмяк. Я не запустил интерактив, нам не показалось, не показался список коммитов, которые будут ребейзиться. Вот. И мы внезапно вместо двух веток, точнее сказать, вместо двух различных путей разработки, видим... Один путь разработки. Вот он. И никаких проблем. Да? Мы взяли, поребейзились, получили вот такую вот штуку. У нас была вот такая ветка, мы ее перепривили в точности по мануалу сверху, получили вот здесь. Последнее, о чем я забыл рассказать, это про fixup commit. Пожалуй, давайте его сделаем, потому что это важно. Значит, предположим, мы хотим поправить, давайте, что там, календарь. Хотим поправить вот здесь вот слово февраль на что-нибудь другое, да? Во, поправили. Даже закоммитили это. А теперь мы понимаем, что на самом деле нам везде нужно, чтобы здесь было написано February. Вот здесь. Да, вот здесь. Вот здесь. Короче говоря, нам нужно... Нам нужно, чтобы в первой строчке всегда было February. То есть вот этот коммит, по идее, должен быть в самом начале. Давайте его поребейзим. Единственное, что нам нужно сделать, это как-то забраться вот сюда вот. Начать коммит с самого первого. Ну, это делать очень просто. Минус-минус root. Вот. Что мы делаем? Мы удаляем этот коммит отсюда, вставляем его сюда. И тем самым мы меняем последовательность коммитов, полностью переписываем историю. Вот, мы могли бы оставить так, а могли бы еще сразу сказать, что это fixup commit. Fixup commit – это такой коммит, который просто сливается с предыдущим, как если бы изменения происходили за один коммит вот таким. О, теперь смотрите, что произошло. Можно, можно, но я сейчас показываю, как пользоваться. Спасибо Руро, который говорит, что fixup commit можно сделать прямо из командной строки. Вот.
Но я в данном случае показываю, как пользоваться interactive вариантом. Про гид можно вообще все что угодно. Обратите внимание на то, что у меня самый первый коммит оказался с этим в феврале, и никто не пострадал. И это все, что я хотел рассказать про, про работу с историей на сегодня. И у нас есть всего полчаса на пгейм. Всего полчаса. Давайте мы я понадеюсь на то, что эта тема сама по себе интересная и веселая, и ну потому что иначе никаких домашних заданий нормальных не будет. И все-таки попытаюсь за полчаса рассказать про БГ. Вот. Значит, тем более, что на самом деле весь рассказ – это вот то, что написано вот тут. Вот. Значит, давайте начнем сначала. Что такое pgame? Pgame – это такая библиотека, на питоне написанная, которая является оберткой вокруг очень-очень-очень старого. Давайте даже я, наверное, покажу вам это место. Ну, конечно. Очень-очень старого, вот она, тулкита, который называется libsdl, который существует еще со времен DOS-а для написания двумерных, а также уже и трехмерных игр. Вот, но в основном двумерных. Идеология там такая: плоскость, игровая плоскость, игровые персонажи, спрайты, вот, вот это все. Вот, C++, но... И вот вокруг этого самого SDL написан пресловутый pgame, вот. И разработка какой-то примитивнейшей казуальной игры на нем, в общем, довольно простая штука. Вот если посмотреть вот эту, вот этот тикер, там все время люди что-то пишут, пишут. Вот. Ничего сверхгениального при этом, понятное дело, на скорую руку сделать не удастся, но вот. Значит, что мне нравится в pgame, это их сайт. Я не знаю, как убрать эту плашку, но я думаю, они ее сами скоро уберут. Точнее, не сайт, а их документация. Документация очень клевая, то есть в ней всегда можно разобраться. Тут довольно много тьюториалов. Мы даже можем начать прямо вот с этого тьюториала. Вот смотрите, у нас есть прекрасный файло. Сейчас мы его прям сделаем. Вот, прекрасное файло, только тут bool.gif, а на самом деле он png. Да. Ой, он gif. Ну вот. Ну ладно. Обманули. Я всегда привык считать, что он png. Вот. Я думаю, нам не видно, как он скачет. Давайте мы сделаем размер побольше. И спид поменьше. О, поскакало. Вот. А значит, как это устроено? Это устроено довольно просто. Давайте прям посмотрим на этот самый, на этот файл. Вы настраиваете какой-то внешний, какой-то графический экранчик один. Загружаете файл, регистрируете его как картинку. Вот. И в цикле начинаете вывод этой картинки на экран. При этом ловите какие-то события, сейчас про это все поговорим, обрабатываете эти события.
Дальше перерисовывайте шарик, причем обратите внимание, как это устроено с перерисовки шарика. Мы весь экран закрашиваем черным, а потом на этот экран кладем наш шарик в правильную позицию. Ball rect позиция. Традиционно положить прямоугольник на прямоугольник в вот этих вот таких тулкитах называется блит. Почему блит, не знаю. Ну вот блит и блит. После чего говорим, нарисованное нами отобразить. Да? То есть там используется технология двойной буферизации. Мы рисуем на буфере, а потом полученный буфер отражаем на экране. Тоже следствие еще досовских времен, когда рисовать в памяти и рисовать в видеопамяти. Это были очень разные по скорости операции. Надо было рисовать в памяти, а потом фигачить это все в видеопамяти. Вот флип из-за этого. Ну и потом, понятно, да, если вы проделаете какие-то интересные действия над видеопамятью, лучше сначала их проделать, а потом все показывать. Вот. Уже здесь видна некоторая специфика пгейма. Это очевиднейший событие-ориентированный подход, потому что у нас есть main loop. Вот он. Вот события, которые мы получаем из пгейма. Вот они. Арифметика прямоугольников. Обратите внимание, что вот здесь вот мы определяем размеры нашего шарика. Да, то есть мы берем прямоугольник, описанный вокруг картинки, которую мы зарегистрировали. Вот. И потом мы с этим прямоугольником делаем всевозможные вещи. Например, говорим, что если его левая граница меньше нуля, или правая больше ширины экрана, то направление скорости меняется. Да? Ну, то же самое с верхом и низом. Именно поэтому у нас отскакивает. Да? Вот это вот так моделируется отскок. Вообще, был рект, вообще рект объект в пгейме очень классная штука, потому что вы фактически все можете делать, любые сравнения координат, определение центра, всего подряд можете делать на этом самом ректе. Давайте я это закрою, вот это открою. На этом самом ректе, ну вот сейчас, вот, да? Значит, обратите внимание, что у нее есть топ, left, bottom, right, top left, bottom left, mid, center. Короче, вот вся вот эта арифметика простейшая, которую раньше приходилось делать руками, в ректе доступна в виде соответствующих дескриптивных полей, и это удобно. Да? А потом вы с этими прямоугольниками можете делать разные вещи, проверять, накладываются ли они, входит ли один в другой, вычислять разницу между ними, увеличивать или уменьшать сам прямоугольник. В общем, перемещать его по координату, собственно, в общем, делать с ним всякие простейшие операции. В частности, именно так и происходит в этой программе. Мы вот в этом месте происходит движение прямоугольника. Обратите внимание, да? У нас есть некоторый вектор из двух превращений спин. Вот. И мы его применяем к прямоугольнику со словами: пожалуйста, сделай новый прямоугольник, который будет сдвинут на плюс один, плюс один. И вот. А дальше говорим, нарисуй нашу картинку вот в новом месте экрана, вот по таким координатам такого размера. Вот. Вот, пожалуй, примитивная демо этого самого пгейма, вот, в котором уже почти все понятно, что происходит. Единственное, что непонятно, об этом мы чуть позже поговорим, это с таймером, но это потом. Значит, документация довольно прикольная, то есть удобно все это читать. Как видите, много тьюториалов, не один. Вот, даже целая книжка. Making Games Tutorial. Он... Вот. Плюс вот эта вот книжка, которую они тут советуют купить. Я ее не видел никогда. Пример мы только что просмотрели. Значит, что еще в пгейме есть? Значит, основное понятие пгейма — это surface, поверхность. В других терминологиях называется drawable, то есть штука, на которой можно рисовать. На нее можно кидать другие поверхности, рисовать примитивы типа окружности, квадратов, линий, точек и так далее. Выделять ее кусочки в качестве подповерхности, конвертировать в разные форматы. Ну, в общем,
делать, что хочешь. Главное, что поверхность — это такую область прямоугольная, на которой можно рисовать. Про прямоугольник я уже сказал. Что еще там? Прямоугольник я уже сказал. Image только что мы с вами видели. Есть специальная математическая библиотека по трансформации, преобразованию всяких значит, поверхностей и прямоугольников, и битовых карт. Вот. Она может вам понадобиться для выполнения домашки. Вот. Завязка на всякую мультимедию, музыка, джойстик, что там, звук. Это все, в общем, понятно. Вот. Отдельно работать со шрифтами. Вот это, пожалуй, то, что мы трогать не будем в этой лекции и вообще не будем трогать, потому что это надо, ну, там, немножко низкоуровневая штука, это надо в это въезжать. Вот. И, разумеется, обработка событий. Некоторое отступление. Помните наш разговор про async в прошлом семестре? Вот pgame — это такая модель async, в которой mainloop вывернут и показан, и как бы предоставлен вам. Вы организуете mainloop. Вы обрабатываете события, и потом, ну давайте прям, да, значит. Ну, короче, как видите, ничего не происходит. Какой-то бесконечный поток событий неинтересных. Вот. Можете сделать не так. Можете сделать вот здесь вот wait. Тогда... А, нет, это не совсем так. Сейчас отвечу Андрею, погодите. Значит, давайте я вспомню, что там с вейтом. Простите, пожалуйста, чтобы нам хотя бы это не... А там один ивент. Все. Вот. Значит, там один ивент. Не for, а один просто ивент. Ивент. Вот. Обратите внимание, что произошло после того, как я поменял event get на event wait. На самом деле, если ничего не происходит, то с ничего не происходит. Если вы дергаете мышкой, приезжает event mouse motion. Если вы нажимаете на кнопочку, приезжает event cap key down. В новом pgame, во втором, появился еще event text input. Это очень удобно, потому что вы можете отличить клавишу не текстовую от клавиши текстовую. Вот. Окошко потеряло фокус. Произошел event window leave, window focus lost, видите? Вот. Но при этом понятное дело, что... Вот. Event get, event wait. Get вам предлагает список накопившихся к этому моменту ивентов. Wait вам предлагает первый попавшийся ивент, который попался. Да? Вот. Значит, немножко о событийном программировании. Точнее, о... да, немножко о событийном программировании. Первая проблема, которая вот в этой концепции встает, что мы на самом деле всегда моделируем событийное программирование с помощью обычного процедурного. У нас есть какой-то main loop, явно вызванный, у нас есть какой-то логически выстроенный кусочек обработки этих событий, и есть какая-то внешняя среда, которая присылает какие-то объекты, которые мы интерпретируем как события. В действительности идеально событийно ориентированный подход – это когда у вас есть некая задаваемая вами среда отдельно с
правилами его описания, с правилами порождения событий, с правилами их вброса и так дальше. И некоторые самостоятельно существующие агенты, которым эти события приходят по вот этим самым описанным правилам. И фактически программирование в событийном подходе – это программирование самих агентов и программирование вот этого раздатчика событий. В таком виде мне не встречалась эта концепция в чистом нигде. Почти все всегда реализует mainloop. В случае, если мы имеем дело с библиотекой узкоспециализированным потоком событий вроде tkinter, я зачем вообще вспомнил про pgame и про событийное программирование, mainloop убран под капот. То же самое, если мы имеем дело с универсальной библиотекой для обеспечения асинхронности, как в случае асинхронного синтаксиса в питоне, да? Mainloop в случае async.io убран под капот. Что там происходит в этом mainloop, мы не знаем. Мы можем только догадываться, что в качестве обмена объектами он использует эти самые фичи, фьючи. Вот. Во всех остальных случаях, если у нас наше событийное программирование подразумевает различный workflow, нам приходится вытаскивать этот workloop наружу, mainloop наружу и моделировать его обычными инструментами обычного подхода. Вот. Поэтому, как видите, никаких отдельно действующих акторов, никаких правил составления мейнлупа в pgame нету, а есть просто цикл, в нем есть просто события, эти просто события просто обрабатываются. Понятное дело, что начиная с какого-то объема кода, вам захочется делать целые классы, которые будут обрабатывать эти события отдельно, чтобы не писать все в один большой mainloop, потому что это ужас, как выглядит. Вот. Кстати, посмотрите, многие люди, которые впервые освоили pgame, именно так и делают. То есть программа на 400 строк, начинающиеся словами while, и дальше 400 строк какого-то разбора страшного. Вот. Так что, если кому-то из вас попадался прям язык программирования событийно ориентированный, в котором вот четко разделено описание среды, моделирование среды и моделирование акторов, то поделитесь со мной. Были случаи, что под какую-то игру написание юнитов были чисто событийные, но что-то я как-то так и не нашел. Ну тут вот на самом деле вот это уже относится к pgame. Значит, что получается? Получается, что у нас есть какие-то внешние события, дальше какой-то обработчик этих событий, и дальше какие-то превращающих во внутренние, то есть в события с нашими объектами, да, и дальше наши объекты, которые как-то на эти события реагируют. Это, собственно, идея tkinter-а, когда вы кликаете на мышку, а нажимаете кнопочку мышки, а у вас ваш виджет получает событие, что мышка нажата. Вот, в смысле, кнопка нажата или там менюшка выпала. Вот. И это один из вариантов, в котором у вас нету мейнлупа, нету среды под руками, она вся предзадана, а вы занимаетесь только обработчиком. Вот так устроен tkinter. Ну и выточенный наружу мейнлуп, так устроен pgame. На самом деле я уже про все это рассказал, извините. Теперь, собственно, про pgame. Давайте начнем с конца. Как устроен мейнлуп в игровом пространстве? Значит, нам это все мое изобретение, это просто рекомендация по использованию такой вещи. Вот. Поэтому не судите строго, но тем не менее идея в общем разумная. Вот у вас есть ваш игровой мир. Первое, что нужно в нем определить, это так называемый тик. Поскольку события в вашем игровом мире имеют свойство быть взаимосвязаны, ну, например, в чувака попала пуля, чувак изобразил агонию и умер. Или в чувака попал снаряд, чувак разлетелся на куски и умер. Вот. Какие-то странные примеры у меня. Да, так вот, значит, поскольку события в вашем игровом мире имеют свойство быть взаимосвязанными, нельзя или почти никогда нельзя сделать так, чтобы они происходили в любое первое попавшееся время. Вот. Потому что от того, что в чувака попало снаряд, он разлетается на куски. От того, что два предмета соприкоснулись, они делают какое-то взаимодействие. Поэтому вводится понятие тик. Это
минимальный квант времени игрового мира, в течение которого что-то происходит. То есть у вас есть реальные события, которые происходят условно в реальном времени, ну, по крайней мере, со скоростью гораздо большей, чем тик. Вот. Вы их накапливаете. Возможно, в тот момент, когда они происходят, вы их обрабатываете. И к тому моменту, когда наступает тик, у вас получается список уже обработанных событий, превращенных в так называемые происшествия. Да? То есть события, то, что происходит, ну, с железными, вот, да, а происшествие то, что происходит с вашими объектами. Вот. К тому моменту, когда случается очередной тик, вы все эти происшествия обрабатываете, ваши объекты как-то себя ведут. Дальше как-то меняется игровая среда, потому что там, ну, мало ли что, там вы что-то прокопали, там, или взорвали, или нашли клад, его больше нету, ну, такое, да? И дальше все начинается по новой, да? Значит, мы ждем в течение тика, в это время происходят хардварные события, мы их обрабатываем. Когда тик наступает, выясняется, что обработанные события превратились в происшествия с вашими объектами, и ваши объекты пережевывают, обрабатывают эти происшествия. Потом меняется игровой мир, и дальше по кругу, и дальше по кругу. Есть два подхода к организации тика. Значит, классический, который будет во всех туториалах, которые вы увидите в PGame, он возник еще со времен SDL и его еще более древнего, просто архаичного предшественника, который называется Allegro. Вот. Которые были рассчитаны на работу на медленных машинах там, под управлением абсолютно штуки, не являющейся операционной системой MS-DOS, вот. Однопроцессной. Вот. Короче говоря, первый подход состоит вот в чем. Вы запускаете таймер и говорите: сделать то-то, сделать все-то, сделать вот это, короче, выполнить логику игрового мира. И в самом конце вашего тика подождать, когда... Даниэль, вам тоже сейчас отвечу. Я просто пытаюсь договорить про то, что было сегодня. Эти два вопроса наконец оставлю, хорошо? Так вот, поделать то, поделать все, поделать то. Когда вы все доделаете, то есть вся логика игрового мира отработана, сходить к таймеру и сказать: ну все, теперь давай подождем, пока закончится тик. Тик заканчивается, и все начинается заново. Вы опять обрабатываете то, обрабатываете это, все. Значит, чем этот подход хорош? Его главная задача состоит в том, чтобы работать на очень медленных машинах, когда к моменту того, что вы доделали все, тик уже прошел. То есть пока вы все доделали, тик прошел, и, соответственно, вызов подождать тика просто проскакивает, и ваша игра просто чуть медленнее работает в тех случаях, когда обработка игрового мира занимает больше, чем один тик. Чем этот подход неудобен? Он неудобен тем, что вы не можете, например, вне тика, то есть вы, если вы залипли в функцию подождать конца тика, пока вы в ней висите, вы не можете ничего делать. Да? Вы не можете обработать какое-то мгновенное событие, вы не можете накопить список хардварных событий и превращать его в список происшествий с вашими объектами. Короче говоря, вы залипли в функции подождать тика, все, как бы, на этом работа вашей программы временно приостановлена. Если вам хватает производительности, лучше вводить понятие такт, который является событием. То есть в вашем игровом мире есть событие, нажал на кнопку мыши, есть событие, там, потерял фокус или что-то такое, и есть событие, часы в очередной раз тикнули. И вот образующий цикл, то есть main loop, должен быть устроен таким образом, что если пришло событие аппаратное, ну, хардварное, да, какое-то, мы его накапливаем. Если же пришло событие под названием тик, то мы реализуем всю ту логику, которая должна происходить в вашем игровом мире один раз в этот самый тик. Вот. Итогом получается такая вот, такой рекомендуемый цикл. Да? Значит, случилось событие. Определяем, кто его должен обрабатывать. Какому из объектов оно предназначено. Дергаем его, если это событие нужно обрабатывать немедленно. Мы решили, что это там хардварное событие, его надо превратить, понять, кому оно предназначено, накопить, ну, короче, обработали как-то.
Возможно, нам надо еще объект перерисовать, если, например, он должен плавно двигаться. Возможно, нет. Да? То есть, возможно, у объектов есть какая-то активность, которую надо делать между тиками, ну просто для красоты. Большая часть логики при этом в этом месте не участвует. Случился тик. Объекты начинают обрабатывать события, происшествия, которые с ними произошли. Игровой мир меняется. Кто-то умер, кто-то взорвался на куски, кто-то, значит, отразился от стенки. Короче говоря, отработалась логика игрового мира. Ну и когда все поменялось, мы наконец рисуем очередной кадр. Тоже раз в тик. А может быть и медленно, может быть и быстро. Значит, вот, вот здесь вот, когда написано «возможно немедленно», это можно пропустить, можно делать раз в тик. И вот так по кругу. Примерно так устроен пример, который вот этот, у нас не хватит времени его разобрать. Давайте я покажу, до чего там все дошло. Вот. Но, пожалуй, про него я поговорю. Значит, обратите внимание, что он еще плохо откомментирован, я его доделаю сегодня. Вот. И он войдет в домашнее задание. Сейчас мы разберем примеры, я отвечу на два вопроса, и на этом будет все. Давайте мы прям вот его же посмотрим в финальном виде, потому что нам не хватило его посмотреть по времени. Но это на самом деле не страшно. Это на самом деле не страшно, потому что он не такой большой, и главное, все понятно. Значит, утверждение номер раз. В играх бывают так называемые игровые режимы. Сейчас, давайте я сделаю поменьше вот это окошко. Вот. В играх бывают так называемые игровые режимы, которые представляют собой обработчики событий очень разного плана. Ну, вы запускаете игру, там тайтл скрин. Вы в нем выбираете настройки, еще что-то, нажимаете кнопочку, там геймплей. Вы геймплейтесь, геймплейтесь, геймплейтесь. Вас убивают, там гейм-овер. Гейм-овер проходит, снова тайтл-скрин, снова геймплей, снова гейм-овер. И понятное дело, что работа с одними и теми же ресурсами, обработка одних и тех же событий в этих трех игровых режимах, условно, тайтл, геймплей, гейм-овер, еще бывает гейм-вин, да, неважно, да, работает по-разному. Между тем, очень хочется, чтобы цикл, main loop, образующий цикл обработки событий, был всегда одинаковый, потому что логика его работы всегда одинаковая. Вот здесь упрощенная схема, как видите, здесь 4 ступени, 3 ступени, а не 4, она устроена таким образом, что мы не разделяем хардварные и софтварные события, мы просто говорим, случился какое-то событие, мы его дернем. Вот. Значит, что получается? У нас есть как бы образующий цикл. Мы словили какое-то событие. На всякий случай проверили, что мы его закрыли, чтобы тут же выйти без всего. Хотя это не совсем правильно. Ну, это просто упрощенная схема. Вот. Сказали, игровой режим обработай события. Игровой режим обработай логику. Игровой режим нарисуйся. Перевернули страничку, чтобы оно нарисовалось. Вот. Как выглядит игровой режим? Игровой режим это... Давайте мы сейчас... Вот, геймод. Игровой режим. Вот вам, пожалуйста, базовый класс, в котором ничего нету. В нем есть разборщик событий, в нем есть рисовальщик. Начинается с того, что заливает все задним фоном. В нем есть логика. Вот. В нем есть лив и init. Это, значит, init это когда мы входим в данный игровой режим, а лив это когда мы выходим из данного игрового режима. Да, значит, ну это наш шарик, который летает. Вот. А вот, пожалуйста, унаследованный класс. Игровой режим с объектами. Что переписано? Переписанный init, мы в него добавляем объекты.
Добавлен метод locate, который ищет, есть ли объект по данным координатам. Точнее, список объектов по данным координатам возвращается. Обратите внимание, opt-rect collide points. Прекрасный метод rect говорит, что ну что, в нашем объекте, в его прямоугольнике есть такой, такие точки или нет. Обработчик событий, который устроен таким образом, что если к нам приехало событие именно тик, тогда мы заставляем все объекты выполнять их логику. Все объекты выполняют логику в случае, если случился тик. Помните, в вселенной случился тик, надо, чтобы объекты совершили свою работу. Вот. Логика самого игрового мира, например, соударение или еще что-то. Да? Отдельная тема, да? У объекта есть action, а есть logic. Action — что он делает сам, logic — это как он обрабатывает свое взаимодействие с другими объектами. Ну и отрисовка. Отрисовать все объекты. Вот. Ну и наконец, следующий класс, который над классом GameWithD&D, который состоит в том, что мы эти шарики, которые у нас прыгают, будем перетаскивать. Да? Он отличается от предыдущего класса с объектами только тем, что мы обрабатываем mouse button down, mouse motion, mouse button up. В случае, если мы нажали на кнопочку, определили, есть ли соответствующий объект. Если такой объект есть, входим в режим, перетаскивания. Вот. Если mouse motion и при этом кнопочка нажата, а режим перетаскивания включен, то мы запоминаем, куда мы перетащили наш объект. Вот. А если mouse button up, то мы выключаем режим перетаскивания. Обратите внимание на то, что при этом никакой конкретный объект мы не вызываем здесь. Мы только запоминаем тот объект, который мы перетаскиваем, а все остальное будет делать логика игрового мира. Да? Обработка события по перетаскиванию, она унесена в логику. Ну, вот она и унесена. А, нет, да, вот. Дракпос. Вот. Тороплюсь немножко. Так. Ну, собственно, все. Ну, тут еще шарики наши, которые летают, вот, и логика перемещения шарика, ну, фактически это вся та же картина. Вот, в результате получается вот такая штука. Вот, значит, здесь применена схема с вбросом таймера, да, вот обратите внимание, я ухватил его. Тынц, тынц. Их еще можно бросать, там чем сильнее бросаешь, тем вот это устроено следующим образом: если между двумя mouse motion событиями большой вектор, потому что он просто не успел их считать, значит вы быстро их тащили, ну тогда он быстро летает. Вот такая вот штука. Значит, домашним заданием будет изучить этот код. Я его еще немножко подредактирую, пока его нету. Смотрите в чатике, я вброшу в чатик сегодня или завтра, вброшу туда, значит, когда будет готово. Вот. И модифицировать его тремя способами, один из которых не самый простой. Вот. Значит, модифицировать его таким образом, чтобы, во-первых, шарик был не одного размера, а разного. И крутился. Вот. А во-вторых, реализовать соударение. Для этого вам нужно в игровую логику вставить момент, когда проверяется, не наложились шарики друг на друга ли. Вот. Ну, только поменьше надо шариков. Вот. Иначе они будут все время соударяться. Вот такие дела. Значит, я понимаю, что задачка сложная. Я постараюсь за сегодня-завтра сюда написать каких-то пояснительных текстов. Вот,
потому что я просто не успел нормально рассказать за сегодня про эту штуку. Но мне кажется, что изучение вот этой документации плюс вот этого репозитория, особенно когда я там напишу пояснительный текст, будет нормальная вещь. Теперь я отвечу на два вопроса, и на этом мы, видимо, закончим. Значит, что касается Allegro, то я уже говорил, что это еще более древняя штука с еще большим количеством Legacy, чем STL. Вот, поэтому, наверное, нет. Что же касается PSFML, я его видел, я на нем что-то даже монтейнил, но изучать его внутрь я не пробовал. Давайте посмотрим, что у него с гитом. Ну и с гитом у него ничего себе. Вот. Довольно живенько. Довольно живенько. Давайте посмотрим тьюториал какой-нибудь. Мне кажется, что SFML, он не для игр. У него нету встроенной идеи вот этого обработки игрового мира. Вот. Хотя с точки зрения дизайна он гораздо более современный. Вот. Так что, может быть, не самая плохая штука использовать SFML для подобного рода разработки. Ну, потому что вот, пожалуйста. Game development by example. Вот. Что это? Ой, это какая-то, я не знаю, что это, но, короче, это книжка. Вот. PGIM в данном случае лучше тем, что он меньше. То есть у вас получится что-то работающее гораздо быстрее, чем... не гораздо, но быстрее, чем на сложных тулкитах. Теперь второй вопрос. Относительно Go, среда, связанные каналы и вот это вот все. Не знаю. Я думаю, что... До какой-то степени да, а до какой-то степени Go – это такая же жесткая модель асинхронности, как, например, Python Async IO. То есть вот сам Python Async – это такой хороший подход к тому, как можно организовать вообще асинхронность, да? А та Async IO, так же как асинхронность, соответственно, в Go, да, это довольно жесткая модель того, как это устроено. Именно поэтому там среда вынес, как бы, где-то за скобками, да, а вы пишете агентов и каналы. Вот. Хотя я сильно в этом не разбирался, возможно, это более гибкая модель, чем Python Async IO, врать не буду. Вот. Такие дела. Вот, значит, ну, собственно, все. Еще раз, за сегодня я доделаю пример, который нужно клонировать и доделывать. Вот. И, возможно, допишу сюда некоторые поясняющие тексты к тому, что от вас хочу. На этом все. Мы и так уже выжили 10 минут. Еще раз прошу прощения. Мне все-таки надо как-то приноровиться рассказывать две темы за одну лекцию. Это, конечно, сложно. Вот. Ну и до следующих встреч. В следующий раз продолжаем про Git. Возвращаемся к TKInter. Вот. Смотрим, как в нем устроено в том числе и асинхронность, да. Ну и на этом все. Спасибо за поздравления. Вот. В общем, до новых встреч в эфире.